Ноутбуки и оборудование закупят для 6 школ и техникума Магадана. Это станет возможным благодаря федеральному проекту «Цифровая образовательная среда». Об этом рассказала министр образования Колымы Анжела Шурхно. Новую для Магадана программу планируют реализовать в рамках нацпроекта образования федерального проекта «Современная школа». Благодаря участию нашего региона в программе школьники и студенты смогут повысить компетенцию за счет участия в телемостах и видеоконференциях. На эти цели Колыме было выделено более 15 миллионов рублей. Главная цель для того, чтобы довести субсидию федеральную до субъектов, и субъекты реализовали ее в плане приобретения современного оборудования. Проще сказать, это ноутбуки, это технологическое оборудование для кабинета, которое позволит нашим школьникам действительно впервые выйти, наверное, на всероссийскую образовательную платформу. Это ни в коей мере не посыл для дистанционного обучения, хотя этот формат тоже возможен, но в рамках альтернативной формы. Кроме того, усиленное оснащение образовательных организаций техническими средствами позволит магаданским школьникам и студентам принимать участие во всероссийском проекте «Билет в будущее». Ранее это было невозможно. Решение о том, в каком формате школьники приступят к обучению в новом учебном году, будет принято 20 августа.